Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я вам расскажу про последние новости игры World of Tanks. Это скорее даже не новости сейчас будут, а лишний раз я вам напомню про халяву, которая сейчас в игре у нас происходит. Их по сути две. Это халявные 3 дня прем-аккаунта и акция выходного дня июньские маневры. Сейчас я вам расскажу про эти маневры, а потом про 3 дня прем-аккаунта на халяву. Итак, в этих июньских маневрах мы получаем скидку на оборудование 25%. Это не самая огромная скидка, которую можно получить в игре World of Tanks, поэтому закупаться на все бабки этого оборудования я вам не советую, но купить на те танки, на которых вы сейчас собираетесь играть, оборудование со скидкой будет в самый раз. Поэтому если вам прямо сейчас нужно оборудование на танчике, можно купить, но с запасом брать не стоит. Также в этих июньских маневрах с 3 июня 9 часов утра по 6 июня 8.30 МСК у нас будут работать 5 заданий, за которые будут давать всякие награды. Некоторые задания одноразовые, по типу как получить досылатель первого класса, который стоит 600 тысяч. Для этого нужно за эти 3 дня, за эти выходные набить 80 тысяч урона за любое количество боев. Это в принципе несложно. Это по сути задание не на мастерство, а на усердие, и просто нажимая в бой, даже самый слабый танкист рано или поздно это выполнит. Также есть задания, которые повторяются, там на опыт экипажа и на аптечки, которые можно выполнять каждый день по несколько раз. В клиенте игры в разделе задачи сами зайдете, прочитайте, там в принципе ничего сложного нету. Попасть там в топ-7 по опыту, понабивать фраги, понабивать какой-то урон, ничего сложного в этом нет. По сути, даже можно их не особо читать, нажимая в бой за выходные, вы их все быстро повыполняете. Для самых дотошных можете сами открыть раздел задачи и почитать их. Но все эти мелкие плюшки на халяву, поэтому пусть будет, почему бы и нет. Ну и вторая халява, про которую я хочу вам рассказать, это код Wargaming, который можно активировать на сайте World of Tanks и получить на халяву 3 дня према. Этот код работает до 6 июня 9 часов МСК. Поэтому до этого времени можете активировать на всех своих аккаунтах этот код. На экране вы его увидите, он звучит как «Мир танков». И этот «Мир танков» можете на сайте активировать. Заходите на сайт worldoftanks.ru, нажимаете на свой никнейм. И в меню, которое у нас появилось, внизу будет написано «Активировать код Wargaming». На него нажимаете, туда пишете этот «Мир танков». Получаете 3 дня прем-аккаунта, если успеете это сделать все до 6 числа 9 часов МСК. Если вы не особо любитель играть на выходных, можете активировать его под самый конец. Главное, не забудьте, не пропустите и не проспите. Я думаю, вы, наверное, догадались, почему такая щедрость с этими 3 днями прем-аккаунта. Поскольку патч новый у нас вышел, а именно патч 1.17, но боевого пропуска в нем не было. А по идее, как должен был быть. Даже выбор танка уже можно сделать, который вы хотите быстрее прокачать. 430U, Е100 или СТБ-1. По идее, боевой пропуск тоже про эти 3 танка, но самого боевого пропуска нет. Поскольку его отложили до 8 числа, поэтому нам и дают 3 дня према, поскольку, ну, они обосрались и решили нам за это дать плюшку. Хотя, по сути, они не говорили, что они обосрались. Но этим подарком они очередной раз это подтвердили и закрепили. Поскольку боевой пропуск сикось-накось начал работать, что-то из него запустилось, по сути его в целом нету и будет он потом. Как это произошло и почему, никто не объяснил, но я думаю, было бы неплохо, если бы разработчики нам проясняли, чтобы мы знали и не выдумывали сами, поскольку можно навыдумывать чего угодно. Ну и на супертесте продолжается тестирование у нас новой итальянской веткой ПТ. Я так понимаю, в этом году мы ее уже увидим. Я думаю, нам об этом должны были рассказать на стриме с блогерами и разработчиками, которые у нас один раз в год проходил, но в этом году не прошел. Обычно там рассказывают, что нас ждет в этом году, про какие-то там механики, что там разрабатывается, тестируется, что вообще происходит с игрой и куда она катится. Но в этом году это событие перенесли, и я так думаю, на нем бы и рассказали нам про новую итальянскую ветку, как это было и в прошлый раз. Я так понимаю, это будет ветка, помесь Т-110 Е3 или Т-110 Е4 с Риночеронте. Но что они там намесят и что из этого получится,
увидим только после тестирования и когда это появится у нас уже в игре, а не на каких-то там тестах. Пока что циферки можно крутить, вертеть как угодно и сделать как и имбу, так и нормально сбалансированный танк, так и помойку, наподобие Рина Чиронды. Это все, что я хотел вам рассказать. С вами был Варчик, играйте красиво, пишите в комментариях, что вы думаете про эту халяву и сикось-накось вышедший Battle Pass. Всем пока. Yo, how